Всем привет, ребят! Вы на канале Ирина Сан. И сегодня я буду распаковывать бумажные сюрпризы. Давайте начинать! Сегодня мы с вами откроем телефоны, новая серия. Какой-то неизвестный сюрприз. Kinder сюрприз. Ну и давайте выберем несколько, чтобы открыть их из стареньких коллекций, какие-нибудь сюрпризы. Например, сладость или гадость. И, кстати, ребят, это вторая часть. Хорошая жизнь. Потом откроем Макдональдс. Нет, я все говорила. И давайте начинать. Так, давайте я вам покажу все инструкции. В большей части нам попались такие джинсы. Вот, и сейчас мы открываем с вами пончики. Мы недооткрыли, еще мы не знаем, какой тут у нас сюрприз. Давайте же посмотрим. А тут у нас, посмотрите, какой пончик. Тут у нас пончик из зеленого цвета, наверное, с яблочной глазурью, посмотрите. Ребят, давайте посмотрим, какой это номер пончик. Это пончик номер 5. Вот, давайте его приклеим. Приклеиваем. Вот так у нас смотрится коллекция. Кстати, со мной видео снимается Арина. Сейчас она будет открывать вторые пончики. Это пончик номер 6, посмотрите. И он у нас с черничной глазурью или с голубичной. Посмотрите, давайте сразу же возьмем пончики и приклеим наш 6-й пончик. Приклеиваем. Отмечаем галочкой. Продолжим собирать эту коллекцию в следующий раз. Откладываем ее в сторону и продолжаем открывать. Сейчас мы откроем с вами Макдональдс. Открываем. Сейчас повторим слоем. Сейчас, секунду. Мне это распакую, второй слой. Ну, почем. А тут у нас 6 чикенов Макнаггетс. Посмотрите, написано соус по вкусу и вот такие вот пакетики 6 чикенов. Давайте покажу вам коллекцию, из чего она состоит. Вот наша коллекция, нам уже попалась картофель фри и биг тейсти. Сейчас мы наклеим 6 чикенов. Приклеиваем и отмечаем галочкой. Нам осталось собрать только Маркфлури, и коллекция будет собрана. Сейчас мы откроем сюрприз «Сладость или гадость». Открывает Арина. Спасибо. А здесь у нас, смотрите, что-то гадкое. Это у нас какие-то глаза с какими-то венами. Давайте посмотрим, как это правильно называется. Сейчас вот наш гадость. Это у нас... Глаза с венами, я правильно сказала. Давайте их приклеим. Откладываем в сторону. И открываем. Давайте приступим к новинкам. Вот у нас тут новиночки. Мы начнем. Давайте с киндер-сюрприз сейчас открывать. У нас тут серийные игрушки. Это мебель. И тут есть еще другие игрушки. Киндер-сюрприз. Там написано хранить в доступном месте для детей. Гмо нет. 228 кал. Давайте открывать. Здесь у нас шоколад. Первым делом, конечно же, будет. Давайте дальше. Такой ароматный. Прям не могу. Так, раз. Что это у нас? А, это у нас сама игрушка. Посмотрите. В капсуле. А тут у нас, посмотрите, что-то такое испачкалось в шоколаде прямо. Короче, это атлас за 5 класс. Ой, за 6. Посмотрите, вот такой атлас
с кометами и с землями. Вот, шестой класс написано. У нас тут нет, ну, у нас тут как бы нету этих, как они называются, ну, вкладышей, поэтому мы просто этот сюрприз, мы больше не будем это открывать, это просто я так открыла, потому что не знала, куда это деть, и решила открыть это на видео. Ну, вот так вот, так вот. Ну, надеюсь, вам это понравилось, не знаю, как. Напишите в комментариях свои мнения, а сейчас мы откроем телефоны. А делать это будет именно Ариша. Вот такая, это новинка. Тут у нас изображены три телефона, и давайте Ариша их откроет. Да, Ириша все правильно сказала, это новиночка. Вот, давайте открывать. Так. О, телефончик. А это у нас телефончик Sony. Посмотрите, вот такой вот телефон. Давайте, вот он черный. И давайте сейчас я вам покажу вкладыш сразу же. У нас здесь может попасться Xiaomi, Samsung, Huawei, редкий и Sony. Приклеим сейчас Sony. Приклеиваем, Клеим. да? Так, Sony на своем месте. Давайте отметим его галочкой. Что он у нас появился? Есть уже. Так, все. И давайте откроем сейчас напоследок сюрприз неизвестностей. Открываем. Вот тут что-то неизвестное. Вот напишите, как вы думаете, что там. Вот я не знаю даже, что там. Ну, я знаю, конечно, но вы не знаете. А здесь у нас ребята. Open now написано, вы не обращайте внимания, это не сюрприз, не совсем сюрприз. Это такая надпись, это моя подписчица, я хочу ей передать привет, потому что она мне постоянно пишет комментарии и ставит мне лайки. Поэтому огромный тебе привет, OpenNava. Напиши, пожалуйста, ну, напиши ответочку, понравился ли тебе этот сюрприз. И всем пока! Вы были на канале Ирина Сан. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! До новых встреч! Пока-пока!